Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Fitbit Versa Light. И сейчас я покажу вам, как поменять яркость экрана, настроить яркость экрана. Итак, для этого мы листаем вправо, открываем настройки. И в настройках мы выбираем яркость. У нас самая первая. У нас сейчас стоит автоматически. Мы можем здесь выбрать максимальное, минимальное или среднее. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.